Что делать-то будем, бля? День-да. Пошел нахуй, гондон. Здорово, ребят. Ну чё, месяц сладка, я смотрю, да? Вот я вам венца принес, цветочек. Я тебя сейчас уебаш. Морис, ты чё, долбоёб? Сука, ты ебаная, блядь. Ну-ка, въеби-ка ему еще раз, он охуел. Тут, короче, еще вот так можно сделать, хоба. Опа! Все. Значит, я сейчас вставлю его. Что, кто там Это ебучее. Блять, два предохранителя выкинул. Можешь сказать пока луту. У меня весь лут был. Да? Да. Я пойду его собирать. Понял, понял. Ща, тогда я поставлюсь. Подводная спецоперация, подводник. Куда идти? Вперед, ну блядь, вот да не туда, вперед. Туда? Нет. Блядь, мне дышать надо, погоди. Дышать надо! Нет! 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 Ровно под подводной лодкой. Там ищите, на дно спускайтесь и ищите. Что? Монстр сдох, монстр упал за борт. Что, серьезно? Что? Лежит. О, ключи от машины, клёво. Чё за машина, какая марка? Хентай. Хентай? Ау, от женщины ещё одна. Боже, женщина. Не пугай меня. Да ты меня больше испугала. Представь, что ты сюрикен, короче, его можно вот так вот. Тщу. У тебя предохранитель? За мной, за мной, за мной, за мной. Пошли. Let's go. Нет, назад, назад, назад. Что нам делать? Если мы его не видим, то его нет. А, точно. Отворачиваемся поэтому. Вы взаимно друг друга напугали, да? А, ну, ты не страшный. Ты тоже сука. Пошли! Надо, не надо, дядя! Просто нас спрячусь. Меня! Кто тут пользовался предохранителем? Турында, шо ли? А, не, вот. Стой! Остался. А, у меня есть канистра еще. А чё, батискаф заправлять канистру? У кого батарея? А, стоп, погоди, все. Кнопку надо было нажать, ёп! Серьёзно? Женщины, блядь! Да при чём тут же? Это Джо-Джо, короче, сражение, смотрите. Дио! Я не смогу дать тебе по роже, если не подойду поближе. Хей, Диви. Хей, Диви. А, тут он... Привет. Блядь, кем? Заходи в любую из них. На ключ, наверное. Заходи в любую из них. Заходи, давай. Смотри, там мыло упало. Ну давай горяченько, погорячее. Блин, где бы мне найти детали для лодки? Я рада! Я рада, что ты его видишь! Ласкавили! Нет! Штучки этой нету здесь! Ты охренел? Ты еще и забрался! Твою мать! Нет! Да. Нет. А почему? А потому что меня нельзя бить? А, можно. Это жестокое обращение с животными. А, ну я жестокий. Я тебя засужу. Блядь. Тебе шо, мой рот смыл? Ау? Ау. Скуби-ду? Скуби... Скажи Скуби-ду-биду. Скуби-ду-биду. Прости, это была реакция защитная. За вот это вот, конечно, все. Защитная реакция. Что? При фрикадельному монстру последние слова, либо расскажи... Спой песенку. А, так. Спи задушенной. Это не нравится фрикадельному монстру. Почему тебе не нравятся такие песни?
Потому что сейчас ты увидишь спит убитую лисичку. Не надо трогать Фай. Хули палишь? К тебе тут же вопрос. Да я смогу отвернуться. А, я нет. Я буду тебя сверлить взглядом. И ой, это... бля! Начинаю. Ой. Я заспавнился в женщине. Короче, можно хоронить мой правый наушник. Он отказывается работать. А ты повысь ему зарплату, может, заработать премию в следующем месяце. Он у меня в рабстве. Знаешь, вот скажи мне, что у черного есть белое? Хозяин. Какой скромный. Вы очень скромный. Серьезно ошибались. Блядь, да ну тебя нахуй, серьезно? Так, тихо, без матов, без матов. Мне там сказали, что маты это плохо. Здорово, а ты разговариваешь? Привет. Ну так ползает. Так, ага, разговаривай. Понятно, я шпала 2 на 2, блядь, не пролезаю в дверной проем. Так, короче, ситуация принимает еще более такой интересный оборот, потому что, да, я ебашь жестко. Кстати, хочу сказать интересный факт, а именно, мне похуй на выстрел из дробовика, блядь, я ебнутый. Ах ты ж... Супчик. Я вообще-то по телефону разговариваю, имей совесть. Сейчас подойду. Блять, простите, пожалуйста, так уж и быть. Привет. Держи ответ. Держи ответку, говоришь? Зря ты так. Не ссы, бей. Понял, простите, но мне дана команда свыше. Захуярю. Короче, да, я куснул, но мне это особо не дало результата, потому что мне дали по лицу сковородкой, но так скажу, монстр неубиваемый, то есть ему вообще похуй. Планировал без мата, да? Полезный инструмент. Полез наверх, может там что-нибудь найдешь? Давай, подсади. Подсади меня. Да со шкафа залезь. О, есть что? Да не, вообще пусто. Короче, пошли, давай, аккуратно. Я сама аккуратность. За окном у нас бегает. Еще он открывает нам двери, закрой сквозняк. Диктор озвучивает. Какой в пизду диктор? Смотри, в случае чего. Да, в случае чего драпаем дай. Ну, или я буду бежать сзади, чтобы он куснул меня, потому что я здоров. А я типа больной, да? Да. А, ладно. Повтори это снова, крошка. Обязательно сладенький. Он все еще щемит за нами. Это больно. Аккуратно, он к этой двери может подойти. Да, и сзади тоже окно, аккуратно. Да что за небезопасный дом такой? Ну, блин, какой имеем. Че, думаешь, партийку сыграть стоит? Партийку можно. Самое время. Ты у нас самый здоровый, иди выйди, проверят. Давай. Атмосферу. А прикинь, на крыше сидит, короче. Так уж и быть. Ну, так скажу. Нету нигде его. Так, я остался без половины пятки, и это достаточно такое себе. Блять, ты какой. Страшный, сука. Какой же ты стрёмный, блять. Хуй тебе. Я буду круги водить. Не-не-не, не стоит, это не стоит твоего внимания, брат. Тон! Такой вот опасной ситуации, передо мной монстр, он вон там вот, вижу напарника, бежит напарник, нет. Слышь, хочешь? Ну-ка, давай. Этот говорит, ты топливо нашла, говорит, да ну, Витя, какое, блядь, у меня другое топливо, какое, дизель, блядь, что ли?